Меня сейчас... Дьявол! Как ваша память, мистер Карнби? Заблудились в стране чудес? Ночь продержится. Что видимо, мы взяли не тот файл. Дайте взглянуть. Профессор Эдвард Карнби. Паранормальные исследования. Раскрыл дело самоубийства Джереми Хартвуда в поместье Дерсета в 1924-м. Таинственное исчезновение в 1938-м. Какого черта? Неважно. Вот. Заметные порезы и отметины. Большой шрам на левой стороне лица. Шутите? Выходит, вам? 100 лет от роду.